Мы с вами за это занятие вспомнили, что такое LeNet. Кроме того, мы рассмотрели сеть, которая называется AlexNet и ELU. Эта сеть, я напомню, что произвела некоторую революцию в компьютерном зрении и решила очень хорошо задачу ImageNet. Кроме того, мы посмотрели на сеть VGG, которая решает задачу ImageNet чуть лучше, чем AlexNet. Мы с вами рассмотрели Inception Block и сеть GoogleNet, которая состоит из этих Inception блоков. И также мы с вами рассмотрели сеть, которая называется ResNet, которая состоит из residual блоков и которая может принимать на вход картинки любых размеров. Кстати говоря, эта сеть первая из семейства сетей, которые мы в будущем будем называть полносверточными. То есть сеть, в которой практически нет полносвязанных слоев, а есть только сверточные слои.